ребята, с вами канал Fighting Frame, комментатор Нон. Мы продолжаем крабить в онлайне Филонгом, давненько мы этого не делали. Начинаем, как всегда, мы с аркады, маленько разомнемся и как раз найдем таким образом побыстрее бой. Первый у нас компьютерные ибуки, которые еще будут сразу летать подкатами. И сразу же нам попадается игрок, моментально, это хорошо. Это Uncrowded Case. Оу. Окей, что же это? Не помню, встречал я его, нет. Гайл, это плохо, не люблю Гайла за Филонга. Потому что они как-то... Не хватает нетерпения играть с ними. Ну, попробуем потерпеть. Что получится из этого, честно говоря, не знаю, но посмотрим. Да ладно. Неплохой размен для меня. Плюс даже... Не говоря про ультру, мы даже не сможем наказать его вот по снифреймовой эпохой, да? Да ладно. То есть комбы мы не делаем, понятно. Да, ждали мы долго этот раунд, не стал я особо никуда лезть и вперед. Не наелся каких-то там флеш-киков. Это хорошо. Поставляем. Хорошее начало. Быстро встаем, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, пролетаем как мы, а? Обидно. Ох, повезло как ему, а? Ох, как не достал-то, обидно, а? Выжидаем мы снова почти до конца этот раунд. Надо никуда не торопиться в игре с Гайлами, конечно. Они сами не будут торопиться, это уж точно. Но... Так, пишите, как слышно, лагает, не лагает. У меня вроде как все пока нормально, дропов никаких нет, ничего такого нет. Убиваем Гайла, что ж, это неплохое начало стрима, я скажу вам. Вот, а то я сегодня маленько поигрывал, наелся там рандомных флешкиков от Гайлов, и думаю, Гайлов, думаю, ну-ка нафиг. Ой, бука сбивает меня. Вообще неприятный для меня матчап, он может быть и не такой плохой, но... Снова к нам кто-то присоединяется, довольно быстро сегодня бои, хорошо. Ян Тру, снова неизвестный мне игрок. Причем с России, надеюсь, не снова Гайл. Кэмми, Ликки Ринкин. Что ж, попробуем парировать мы на прыжечке Кэмми. Что из этого выйдет, я, честно говоря, не знаю.
Ну, Кэмми такой начинающий, да, что бояться нужно будет ДП очень много, не прыгать ни в коем случае на нее. Потому что бросать она умеет в воздухе, с чего начнем? Спиралька. Ну. Подножка. Ох ты! Ох ты, чё ж я не прыгнул на неё? Тут довольно всё просто. Никуда не лезем, сам он куда-то пару раз улетел, не наказал я ультру. Но что-то почему-то я думал, что я уже выпрыгиваю там. Да. Это было слишком просто. Не без ошибок начинаем. Ну хорошо, что поначалу дают нам соперников послабее. Здорово, Твитлифс. Ой. Так, продолжаем мы. Разминаться еще, наверное. Ну, он куда-то присоединяется. Уже три боя буквально сразу же. Снова этот чувак. Хочет там поиграть. Не знаю, кого выбрать, наверное. Давайте возьмем какую-нибудь Вегу. Посмеемся немножко. Разнообразим Эфи Лонга. Запугаем чувака сейчас до смерти, чтобы он перестал играть просто в Street Fighter. Вот и... Привет! Часть СК2 ТВ. Угу, ты куда, родная? Ух, нифига, угадал! Привет, Гасараж, да. Разминаемся потихоньку. Перед Филонгом попался нам слабый игрок, поэтому решили мы. Ой! Получилось я под АЦ место. Стоп! Нет, ну тэп это, как я понимаю, это просто нажатие. Что значит кнопка А? Тап А это. Ну приведи пример в том файтинге. Маленько я не понимаю, о чем ты говоришь. Тап и кнопка А. Смотря про что, то есть кнопка А это явно какой-то Xbox, да? Или... О! Знакомые нам Дракулы. Сейчас нам будет Вега. Вот, сейчас мы будем карать его Филонгом. Тапе, ну нажать на кнопку, то есть тэп это просто нажатие. То есть тут как бы... Нажать на кнопку А. Не более того, наверное. Ошибся его фреймдрафтики. Anything can happen now.
А, не успел ДПшку ставить. О, хорошо, он наказал за подножку. Отдал я раунд. Может быть, да, и как у Чун-Ли быстро нажимать на... Даже всего скорее. Да ладно, опять же. А и поймал, а! Забоялся я сделать ДП, но нужно было делать его. Повезло на самом деле тут. Отдал я первый раунд. Вот и... Снова. Нелюбимая Вега. Да, все скорее жмяк, то быстрее кнопку. Ну что ты, откуда берутся такие люди? Почему этот чувак уже не первый раз заходит на стрим? Ну, в смысле, что в игру подсоединяется, там не понять откуда. Что это за флаг, может кто-то подскажет? Вот, честно говоря. Где-то далеко он был. Но опять, не дай бог ты, а. Ну вот мне тоже показалось, что может и Мексика, а может и что-то там подобное. Так, Дадли. Ну ладно, с Дадлиями, в принципе, нормально все. Должно быть. Чё ждал?
Ну, велосипед, к сожалению, у него тоже есть своеобразный такой, но... Вот. Вот такой могут сделать велосипед. Ой-ой-ой. Наш любимый прием. Что-то как-то вообще непонятно. Раунд отыграли. Какой-то фигни наелись. Я даже не понял, как я умер, честно. Что я сейчас сделал-то, а? Еще отдам раунд. Ну полети на меня чем-нибудь уже. Да. Ну как минус 8 я не наказываю, а? Да, отдался, как вообще не знаю кто. А! 5 минус 8, прекрасный онлайн. Вставить легкий панч туда мы не можем. Надо было просто на самом деле бросать его после второго раза, но что-то я. Да, да, тут все что-то тяжело совсем. Знаю, чего жду, и что-то делаю, учусь все равно. А, что выиграть? Полегче станет. О, это, по-моему, классный этот самый. Это Honda, а плюсовая, по-моему. Сейчас надо его выиграть, короче, вообще все прекрасно будет. Да, это Honda. Сейчас мне надерут жопу, это точно. Ну, если выиграем, с другой стороны, у нас такой плюс мораль будет. Так что стараемся выиграть. Да-да-да. Почти я плюс. Ух ты, я. Ай, думал, блин, думал успею. Ну ладно. Надо панишить его за все его штуки, эти головы и так далее, и не лезть особо вперед. Да, 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 ресетик это все. О, хорош. Incredible.
Блин, а если бы он сейчас... Если бы я сейчас блочил... Там явно был сейф-джамп на 4 фрейма, но... Но что-то не пошло не так. Начал я залезать туда покой. Да, надо выиграть, короче, то что-то. Пошла у нас проигрышная серия. Да, да, ультру можно было оставить, я и знаю, что просто это самое. Надо было не лезть туда дальше покой, и он бы полетел. Да просто даже хотя бы экс-реками наказать. Так, хорошо, сет. Думаем, что дальше. Да я в этого не так давно выигрывал этого Хондо. Я просто вспомнил там во втором раунде, что можно его панишить и его бошки экс-реками, и тогда игра пошла нормально. Так, сет, ну чё, поехали. Хотел он СПД сделать. Здорово, безумие. Нет, после иных уроков они идут по... Нет, безумие, все почти так, короче, кроме последней фразы. Да, возможно, ну, в норму как-то ультру буферить довольно опасно. Люди встают, я знаю кунг-фу, идут на улице, короче, и получать по мордам. Судя по моему филонгу, так и происходит. Ну что там, такой огромный... Не, просто как-то в норму совсем постоянно ее буферить, это... Нифига себе, она из бэкдэша выловила. Да, ищем соперника, следующего заодно немножко разминаемся. Потихоньку, помаленьку. Да, опять своим кунаем. Вот это, вот в эту штуку точно можно было. Командный слайд точно можно делать. Ой, как страшно. Да, проходит сетапчик. Снова француз. Сагат, хорошо. Люблю матчап с Сагатом.
Ну, можно и наполучать, на самом деле. От кого угодно, поэтому аккуратненько быть надо. Коленкой вперед! Нормальное начало для Сагата, пацаны. Что прыгал Сагат, непонятно на самом деле. Ни одного, один шарик он пустил за всю игру, Тайгер Шок свой. И то был на каком-то непонятном. Чувак-то шарит, коленка, потом снова коленка. Это ад, пацаны. Тайгер апперкат. Я понял, как он играет. Тайгер апперкат, нет? Да, стараемся не наедаться. Что там, 2000 дадут мне еще, нет? Почти что. Я помню, на втором аккаунте там уже 2,5. Ну, а кто-то присоединяется. Довольно быстро игры пошли. Да, Ускел. Что-то где-то я такое видел это. Этот ник Роза, фу. Не люблю Роз. Ни Гукином, ни Фейлонгом. Аккуратно. Плохие матчапы на самом деле, у Гукина и Филонга, поэтому что-то как-то. Да, конечно. Да. Да ладно! Ты меня бросила. Окей. Опять, и началось вот это. Терпеть не могу, когда Роза начинает свою хрень эту постоянно просто ее совать и совать. А что ж ты? Сразу за ним по... Ну вот поэтому и не люблю, Роз. Ничем не накажешь эту хрень толком. Если тут минус 8, то не всегда наказывается. Тут уж говорить не о чем. Но опять же, куда-то торопиться я начал, полез, непонятно зачем. А, так, не могу пока поймать волну. Ту хорошую победную. Да, всем привет, пацаны. Решил я немного сегодня постримить. Пока что-то бьют меня все, кому не лень. Даже компьютер.
Маленько, не успели мы Хонду добить, кто снова подсоединяется. О, это Артём 10, сколько-то там. Да. Ладно, давайте немного Гукина. Да, это тот самый Вега, который там как-то на одном стриме положил такую долгую проигрышную серию мне. Сейчас мы будем адово наедаться от Век. Это этот Вега, который любит отпрыгивать назад, короче, я вспомнил его. Ух ты! Да. На него даже вообще зелекты не работают. Это кошмар. Господи, еще и это съел. Да, и это випнуло, ну обидно. Что-то совсем сегодня у меня игра не идет, если честно. Но сейчас, я думаю, пойдет. Да, офигеть. Да, что-то совсем все плохо, ребята. Все очень плохо. Если я даже таких Валеру выиграть не могу. Артём, точнее. Неважно. Ну он странный, да? И тоже... О, ну началось. Чё ж я опять Гукина-то выбрал, блин. Сейчас здесь надеемся в этом матче. Там ещё какой-нибудь нормальный чувак, но... Отлично. Проигрышная серия, можно начинать считать уже сколько матчей. 5. Чё с этой обезьяной делать? Да не, на самом деле не так все плохо здесь было, что-то я совсем... Надо было просто сразу ульту отпускать, и я бы выиграл нормально, все было бы. А я что-то подумал, он... Да, зря ждал, конечно, безусловно. Да, ё-моё. Да, еще и больше инвула, там офигеть. Да ладно. Спорол Линк на самом деле не спорол бы, еще было бы все нормально. Да, про ульту лоханулся, конечно. Сразу надо было всаживать, что я думал, что там анимация долго будет, а он там вперед пролетел и все. A
На, пора приходить в себя, уже что-то неприлично столько проигрывать. И берем мы Филонга. Сырю, ну ладно. Сырю так сырю. Ладно, придется попотеть, но я думаю, тут все нормально должно быть. Да что ж ты не совсем корректно, а? Сработал сетапчик, загнали. Кстати говоря, большое внимание, что Рюта со второй той. Да ладно, а почему не? Не, не будет там, ребята, 10 поражений подряд, к сожалению. Заодно сейчас мы 2000 возьмем, и ПП, и БП, я думаю, за этот бой. Будет примерно там одинаково. Черт! 1999. What the fuck? Да, собираемся потихонечку. Больше улыбаться, а не париться. Тогда всяких ребят будем наказывать только так. Ой, не хотела делать репу. Нифига, он кошку отменил. А я догоню тебя. Своей экс-рекочкой. Эти комды хорошее оружие на самом деле. О, господи, что? Черт. Компу больше не наливать, да. Бельгийцы, немцы. Только нашим что-то проигрываю всем подряд. Сагат. Снова Сагат. В прошлый раз был не этот Сагат точно. Ну, надеюсь, что-нибудь такое будет посимпатичнее в этот раз. А то он просто в прошлый раз летал коленками и ДПшками. Но, да, уже получше, чем в прошлый раз хотя бы. Да, да. Он возомнил себя Макотой. Ой, ой. Ой. Come
Он, пацаны, он разговаривает с нами. Бельгийцы же на немецком говорят. Ой-ой-ой! Да что ж я туда сунул-то что-то, а? Твою мать, я съел две рандомные штуки. Да ё-моё. Какой ужас. Да, сейчас я походу солью этот бой. Выводят из себя меня такие поединки, когда... Достанет хоть? Слава богу, достал. Пацаны, это камбэк. Хорошо. Боялся, что промажу ультой, когда бэкдэшнулся. Потому что было довольно опасно, на самом деле. Но у Сагата большая фигурка, и поэтому попал. Да, хороший бой такой. Что-то первую половину второго раунда, ой, третьего раунда просто отдал, подарил ему. Даже три четверти, наверное, подарил, и потом думаю, дай-ка... Конт 69. Да нет, 2 КПП, фигня. Ну, когда там хотя бы 3 наберем, тогда да. Потому что у меня совсем... На филонгом-то у меня на... О, отлично, макотка. На снижение пошло. Гуки нам там было нормально. Где 700 было. Сейчас что-то подрастерялся. Ну ладно, новый персонаж, нормально. Знакомимся с ним еще. Поэтому, в принципе, ничего страшного. Ну, Филонг, он не то что тупой, то есть... Нет, есть тупые люди, да? А вот есть просто люди, у которых нет мозгов. Так вот, Филонг относится конкретно к последним. То есть тупой это как бы, да, ну... Они хотя бы есть. Ну. А Филонг, он... Просто лоботомированный персонаж. У него есть река и все, ему больше ничего не надо. В плане геймплея он несложный. Единственное, реки довольно. Не, ну... Как раз насчет скучный, потому что именно что геймплей за него тупой. Так он вроде не такой скучный, на самом деле не можно что попридумывать. План на игру, ну не очень скучный Филонга. Оу, куда это я?
Так, играем следующим соперником. Снова это он. Давайте, чтобы не повторяться, возьмем Гуки напротив него. Да нет, да, вины такие были, несложные, конечно. Не, ну были, сейчас маленько разыграемся и будем уже, ребят, поэпичнее выигрывать. Хадукин! Хадукин наблюдает, Хадукин. Да нет, на самом деле не проще. Во-первых, тут в Street Fighter довольно тупая система. Потому что тут либо нужно искать бой, да, либо... Чувак совсем не хочет комбить, я ему вставляю два перри. Да, довольно простой вин. Нет, не позже. Почему через поиск? Потому что тут он, во-первых, сам находит с получше коннектом игроков, а во-вторых, он может и сам создать игру. То есть как бы и то, и то. То есть как быстрая битва. Да и заодно не выбирать себе соперника. Вот я этому проиграл, давайте найдем там его еще раз. Или я у него выиграл, да, там, отжал у него очки, давайте еще раз возьмем. То есть такой чистый рандом. Кто попадет, тот попадет, и на самом деле не так важно. Да, он сам уходит. Хорошо. Так, сейчас. Секунду, ребятки. The battle has begun! Fight! A new warrior has entered the ring! Снова французы, у нас сегодня какая-то прям... А, чё опять Гукин? И снова Макото, как бы это ни было смешно. Окей. Ладно, Макото так Макото. Ничего с этим не поделаешь. Прыгок! Да, что-то у нас сегодня это самое. Что значит другой Street Fighter? В смысле, у тебя может быть ванила? Yeah.
Черт, что я сделал? Что-то я расслабился, я уже что-то думал, что у него совсем хп нет. Как всегда, решил отменить перри в супер, ну ладно. И не смог это сделать в самый нужный момент. Будет он, супер. Снова кто-то к нам присоединяется. На этот раз итальянец. Чё там, кто хоть? Рю? Ладно, с Рю примерно понятен матчап. Вот. Ну что, Рю, посмотрим, что будет делать Рю. А, вот так вот. Special tactics, пацаны. Ты уже, по-моему, начал отменять анимацию в любом случае. Ладно. Господи, не туда улетел. Но на самом деле ничего сунул, что я опять. Да. Есть у нас торренты. Если... Отделиться можем, короче. Да что такое, ДП не выходит? Его выигрываем. Что, вроде пошло дело, да, ребята? Вернули мы себе очки игроков, которые были сначала. Потихоньку, помаленьку идем вперед. Пару обидных проигрышей, но без них никак не нужно
Когда вот проигрываешь, нужно, по-моему, просто расслабиться немножко и так вот сыграть какой-то бой, так больше посмеяться. Снова этот чувак. Давайте покажем ему Гукина. Может, он тогда успокоится. Давайте-ка возьмем мы вторую ульту. Попробуем мы на этом любящем кидать шары Рю. Сказать, показать ему, что нужно против этого делать. Если сможем, успеем забуферить. Окей. Достал ведь, а? Но это так нечестно, подойти и бросить. Я думал, он хадукин кинет, не смог я среагировать на один хадукин. Да что ж ты бросаешь-то мне постоянно? Потратили мы шкалу метров. Кстати, сейчас ульту нужно было буферить. Вот я Валера, блин. Ульту буфери туда и все. И сейчас бы много, столько бы урона же было. Да что ж... Вот так вот нужно ДП сбивать, пацаны. Да ё-моё! Обидно, что проиграл. Но опять я спорол линк на самом деле и... За этого и проиграл. Это обидно. О. Так это неприятно. Ладно, ничего страшного. Сейчас будем мстить моему, если снова он. Нет, это какой-то бельгиец. Берем Эфилонга тогда. Только не Макота, пожалуйста. Хватит нам Макот. Да я бы дал рематч, конечно. О, Гайл, еще лучше, короче. Прямо у нас какие-то чудеса творятся, я не представляю себе. Когда на самом деле пытаешься... Думаю, что сейчас бы я с ним пострелялся бы с удовольствием Гукина. Вот сейчас я наемся от этого, от этого чувака точно наемся всякой фигни. Вот это я уверяю вас. Я прям про по свиданию всяких вот ненужных вещей. Например, почему? Подножка, да! А почему не сейджамп? Я люблю тебя онлайн. Да ладно. Ага, поняли, да, как нужно играть за... Боялся я раньше сделать, потому что думал, что... Сейчас...
Чуваку сует, короче, подножку. Как не достал? Господи! Как я обожаю таких ребят, а? Это фейспалм, пацаны. О, куда я прыгал-то? Я думал, достану его как-нибудь, чтобы он меня не ударил. То есть видели, на каком расстоянии он хотел сейчас сделать флешкик? Он делает этот же прием, после него делает снова его. ДП? Ладно, хоть реками наказывается. Да, подножка, флешкик. Это, короче, игра профессионалов. Нет, делаем подножку. Подножку прерываю, да? То есть я там пытаюсь поставить поку между первым и вторым ударом. Это возможно. То есть, туда, по идее, нужно вообще после первого удара вставлять фокус. Ну или на самом деле после первого удара... Да, после первого удара зажимать фокус. Он бьет по вам, сразу отпускаете и даете ему по щам. Вообще так нужно делать, почему-то я этого не делаю опять. Опять знаю, но не делаю. О, это тот самый чувак. Давайте мы реманш ему устроим Гокином. Так мы и хотели. Нигде больше нам не пишут. Да, привет, ребята, привет, Good Game. Не, с ВХТ оно как бы не очень. Ничего себе, какой покой полез. Да что? Я... Да, это лол! Я такое... Как я это вообще умудрился промазать? Это невозможно. Ну это, наверное, тоже есть доля коннекта. Я дважды проиграл раунд. Я дважды отдал ему просто вот, вообще на блюдечке раунд как есть. Так, чтоб тебя! Последний момент ведь отпустил. Да, что-то я совсем потерялся, Гукинов. Как я это мог в прошлом раунде запороть? Скажите мне, пожалуйста. Ладно, отыгрываемся мы в этом раунде, но я такой Валера вообще. Да. Да что ты? Да
сказал, что ты, а ты что бросаешь-то постоянно? Вовремя мне зазвонили, конечно. Так, сейчас, ребят, отвечу. Да. Здорово. Real Да, просто эпик, отдача этому чуваку, короче. Да не, надо просто филон гамбить, что-то я в Букина тоже уже начал подсливаться. Но наш великий друг Гоки Акума. Не, ладно, по этого чувака проехали. Да, правда, что чувак напрыгивает с ХК и после этого делает бросок, это просто как-то не маленько. Ну. Чё? Это как получилось? Просто интересно. С ультой, как я съел, что-то вообще не понял, каким образом. И как раз эта фигня не бодится, да? Да блин, забрал ведь, а. Чей у него ДП больше инво? Перепрыгнул через фаербол, сейчас еще и попаду, наверное, на него. Не достал, отлично. Ладно, хоть убиваем Гуки Акуму. Так, стрим у нас ненадолго, не сейчас, но попозже прервется, пока меня тут в гости заел. Я включу какой-нибудь бой. Да-да-да, битва века, это точно. Да нет, что-то как-то тут меня отвлекли еще и... Да, снова он. Да, комп довольно много дропа. Прям очень много. Я еще особенно комбами-то что-то после чикенвинга вообще забыл, когда линковал. Но надо это делать обязательно. Вот так вот мы отомстили Гоки Акуме. And the battle continues. Fight!
Получишь по башке за это, конечно. Нет, ультра первая хорошая, да, ну вот в первом раунде ему просто, короче. Во втором, ладно, я сделал ДП, он меня поймал, но в первом раунде, короче, это вообще был лол, конечно, полный. То есть я дропнул как мог только штуку эту, я просто на него запрыгнул, короче, и думал, да, что делать дальше. То есть у меня там было преимущество по кадрам, более того. Но непонятно, по какой причине я... Вместо того, чтобы просто выпрыгнуть, сделать, да что угодно сделать, я бы тот же реверсал бы мешнул, я бы вылетел оттуда. Я, видимо, начал что-то нажимать долго и, короче... Нет, а почему не использовать ультру 2 у кого? У Акумы или у Хейлонга? О, линкуем. Осталось только. Это однофреймовый линк в контрхит должен был быть. Прошел, не прошел? Не, не прошел. Ну ладно, там очень близко было. Снова линкуем. Три ноль, убиваем мы. Смотрите, как очки бифта растут, пацаны, сейчас C плюс будет скоро. Ну, я думаю, что сегодня набираем тогда C плюс. Просто ко мне сейчас в гости должны зайти, я не знаю, насколько, может быть, на полчаса, поэтому... Ну, снова Вампл хочет играть, играть и еще раз играть. Ну, ладно. Набираем очки. Активно. Ну, я, конечно, много ДПшек сую туда, прям совсем ничего не боюсь, но это все-таки Акума, который... ё-моё. Ой. Так и думал, что он будет отпрыгивать с этим, поэтому специально делал третью реку, она там бы и зачипала, очень много, да, она и зачипала, более того. Там очень много рекавери. Еще раз. Ой, ладно. Мэтт с ВК соперник, ульту, а это
Хорошо, пацаны. Ну, шинселек прошел. Ну что, 113 очков до C+. Потому что, честно говоря, сегодня как-то очень быстро. Причем чуть больше часа я, наверное, стримлю, да, и получается очень быстро. Кстати, нас смотрит 92 человека, снова какие-то исторические минимумы, в смысле максимумы. Да, видимо, стрим прекращать не стоит. Ну, я предупреждаю, что я тогда включу что-нибудь, там, какой-нибудь вам повторчик, либо что-нибудь в этом роде. Это иду ненадолго, или просто ютубчик свой врублю, и там посмотрим какие-нибудь бои. Включу какой-нибудь FT5. Или там, не знаю что. Правда, FT5 там может быть, когда я еще стримил на старом каналчике, там может быть и нецензурная лексика, так что... Я все-таки я не буду этого делать. Не, Моргрок, видишь, я почему Хивайпера лучше не хочу, ну, лучше не буду включать, да, потому что... Есть у нас Дизи. Как бы... Да, отлично, линкуем, пацаны. Последние три раза, когда я сделал, кстати, Гуки Акума починил себе интернет, поздравляем его с этим. Теперь он не лагает, как все. С ним зеленый коннект, приятно играть. Это первый рек, ТП, ладно. Иди сюда. Че это, наверное, это было коротенькое FT5. Меня и Блэк Лайона, он же Гоки Акума на СК2 ТВ. Это вот товарищ, который у нас любит поспорить в комментариях. Можете его сейчас найти. Так, ну что у нас, 40 очков бит. Ой, сколько получается? 61, да, очко? Да, C+. Снова Гоки Акума, я так понимаю. Сегодня просто мы его маленько разуплотняем. Не знаю, как еще назвать. Пришел он к нам почти с 1900 пп. Сейчас в районе, наверное, 1500 у него уже. 1600. Не, кстати, у него не так много и снимают. Я вот так смотрю. Поэтому не страшно. А что ты фокус-то? Это же плохо делать. Съедает он такую классную штуку, как мити-атака. О, вот вам этом фрейм его линк контрхит. Рискованно я делал, на самом деле. Нужно было просто делать какую-нибудь подножку. Поймал. Сейчас будет больно, но... Бей
Так, ну что, нам 9 очков до C плюса. А целое какое-то. Пока что FT7 получается. Снова вампал, но я думаю сейчас. Да. Ну это, наверное, последний бой мы с ним играем. Что-то как-то мне кажется, уже все начинают поднадоедать это дело. Батон, да, наверное, лучше. Балрак у нас. Безусловно. Он в ваниле им играет. Сейчас играет за Дудлея, правда, да, но... Вот так вот. Потому что я в воздухе был. То есть... Ему раз повезло, да, и он решил тут делать штуку всегда, а нет. То есть видели мы сейчас почему, объясняю почему он не поймал он ультой. Потому что когда я делаю Chicken Wing, я как бы нахожусь в воздухе. Да, то есть у меня много кадров, когда я летаю. А броски у нас... Как бы, ну вот это, по крайней мере, это ульта Акумы, она ловит. О, залагало, пацаны. О, неужели схватил? Что-то съедаем мы тут подножку. Расслабились маленько. Что хотел он делать? Я видел это. Да, убиваем Линком, зарабатываем ранг C плюс за Фейлонга. Сейчас будет левел ап. Что-то довольно быстро мы сегодня заработали наши очки. Прямо кардинально быстро. Да, всем, ребята, привет. Что-то для нас чрезвычайно много снова смотрит. Так. Да, привет, Good Game. Привет, СК2ТВ. Привет, Джастин. Всем здорово. Да, я вот сейчас на клавиатуре играю. Хотя вот стик рядом, но что-то как-то я пока на стике. Я тут от клавиатуры-то подгораю от некоторых игр. Так, Боки, прости, но хватит. Это нам поднадоедает, честно говоря. Потому что это уже одно и то же. Это уже 8 боев или 7 ли боев. Поэтому хватит. Давайте что-нибудь другое. Вот такое должно быть начало за Фейлонга. Опять вот к нам присоединяется Сайлер SF4 с хорошим коннектом. Может быть с Украины или с Беларуси, я не знаю.
Так, FT5, ну да. Да, привет, Гуки Акуна. Много игр уже слишком сыграли мы с тобой, поэтому всем за одними тоже уже все равно надоедает. Кстати, GB Hammer в сети. Ну а с кем предложить-то играть-то? С кем, ребята, у нас... Мы же постарались, о, хороший. Кстати, Рю у нас, давайте попробуем что-нибудь сделать. Хорошо, ладно. Ульта бы вошла, между прочим. А вот сейчас войдет ульта. Что-то мне сегодня все телефоны звонят. Сейчас я перезвоню. Я, в принципе, не обманул, я разговариваю. Хорош комбо. Выпиливает. Да, делает он ДП туда. ПДЦ в ульт. Лайк и про, пацаны, отжимаем мы у плотненького ПВП чувачка. И чё, 2500 ПП и 2500, 2600 даже ПП загрузим повтор. Хорошо мы поиграли, мне понравилось. А теперь, ребятки, я включу музычку ненадолго, и мы пока передохнем. Так что, пока слишком мне это самое, никуда не отходите. Сейчас я тут отзвонюсь всем, потому что меня тут что-то... Как стрим у меня, так все всем чего-то от меня надо. Сейчас, ребятки, я включаю нашу любимую музычку, под которую мы начинаем стрим наш. Вот. Я вернусь скоро, не уходите. We'll be right back.
В общем, это то чувство, когда тебе звонили, там три человека, да? Ты обещал им перезвонить, перезваниваешь, и у них у всех троих одновременно занято. Вот примерно такое сейчас у меня случилось. Это было печально, даже немножко прискорбно. Нет, что там, что-нибудь другое, какую-нибудь музычку включим. Так, так, так. Так, что у нас долго будет загружаться. Ну, что я хочу сказать, ребята, подписывайтесь на наш каналчик, подписывайтесь на мой ютубчик также, кто еще не подписан. Вот так вот он, вот так вот он выглядит. Вот, вот видите, как оно случается сейчас. Секунду. Так, что это за ужасное качество, я не понял. Это я HD поставил, да? Так, еще раз, на чем я остановился. Подписываемся на каналчик. Тут вы найдете записи, ну, моих стримов точно. Записи Брэндона, может быть, кого-то из ребят. Лок, садись, да, кто? Кто и так далее. Может быть... Так, потерял я мысль. Совсем думаю о другом. В общем, выкладываю я записи, вот смотрим, Брэндон Хит у нас стримил первый раз на Fighting Frame, так что советую всем посмотреть это видео. Очень хороший рю, 4200 очков на 20 тысяч по БП, это первый наш рю, очень советую смотреть его стримы. Также мы можем на разделе, ну, мои онлайны я сюда свои выкладываю, эндлисы это у нас так, просто эндлисы, которые мы стримили давно уж. В общем, последние, в том числе, где GB Hammer играл против Батона и Брэндона. Frame Cups, я думаю, все знают, что это такое. Это наши турниры, которые проводят наш каналчик. Вот, здесь все видео. Ну, не все видео, но начну выкладывать, я думаю, в ближайшем времени все. Вот. Еще очень интересное такое тоже пособие, FT5. В общем, здесь вы найдете очень много FT5 от топовых игроков, ну, СНГ. То есть, можно увидеть почти, что... Там, например, Мастер Зе против Гринга, по-моему, Мастер Зе против Брэндон Хита. Вот Глебстер против Брэндона, Эйрин Даун. Ну, то есть можно всех очень хороших игроков здесь найти. Кеннесса 4КБ против Джокера, интересное видео. Ну, то есть смотрите, канал интересный, действительно, сколько где-то... Ну, чуть больше, чем полгода я стримлю. Ну, записи на моем еще старом канале, но не суть важно. В общем, я думаю, что это всем будет интересно. Так, особенно кто учится играть или даже кто умеет хорошо играть, да, более-менее, то есть все равно очень много полезного, то есть много матчап. Почти все топовые игроки, которые, ну, когда более-менее светились, да, у нас, почти все они
принимали там участие. Ладно, пойдем мы дальше в Endless, ребята. Жаль, что ушло почти половина человек, но, сори, у меня тут были неотложенные дела. Замутите в Т5, ребята. Сейчас я посмотрю, может быть, кого устроим. Ну, JB Hammer, Giddy Fortune Fox есть, Overdrive играл, интересно, с Giddy Fortune Fox. Заодно напишем туда Гиди. Брэндон тут и стримит. Безумие. Он на этом канале стримит. Но он обычно со временем. Может быть, он вечером после меня будет стримить. Потому что сегодня у нас целый праздник. Привет. Не желаешь FT5. Не знаю, не помню я такого FT5. Он всего один раз стримил. На ютубчике, говорю, находи, там есть этот стрим. Вот. Ну, пойдем дальше мы покорять онлайн. Сегодня у нас... Мастер Зепа нет. Я не видел, по крайней мере. Да, вот хорошо бы с JB Hammer-то было бы просто эпичный и сладкий тоже матч. Хотя... Тяжело было бы в любом случае... Сразу к нам присоединяется игрок Сайлерс F4. Может, он ждал меня. Ну ладно. Это тот самый Рю, которого мы в конце выиграли. У которого там 12, почти 13 тысяч было БП. Хорошо. Матч-реванш. Мы всегда за такие матчи. Попробуем мы что-нибудь как-нибудь отомстить. Точнее, он попробует как-нибудь отомстить, а мы постараемся выиграть второй матч. Ой, зачем я это сделал? Ну, мне кажется, довольно опасной затеей. В упоре. Ой, куда? Кстати говоря, интересную штуку я сейчас заметил. Ох ты, не достал я ультой, вот я, блин. Ну это так, скорее, может, что-нибудь прожал бы. Пишут нам ребята, что-то я совсем бы подвлекся. Хеллоу. Можно сыграть. Отлично, ребята, не против. Я думаю, про Булсэма я не спрашивал. Шоурюкин, ладно. Начал делать он ДПшек больше. Ну, теперь, думаю, пропадаем, да. Убиваем. Хорошо. Мало урона. Ха-ха.
если третий попаду, то выиграл. Да, я мешал как дикий, но ладно, выиграли мы снова его. На самом деле тут, конечно, спорол я линк, и точнее не спорол линк, я даже реки в конце концов спорол. Это был вообще какой-то кошмар. Снова мы выиграем довольно плотного по очкам игрока. Ну вот и почти 2700 набрали, которые по поверпоинтам. Догоняю я филонгом своего Гукина. Это меня в принципе радует. Ну, правда, сегодня помог нам в этом Гоки Акума, да, с которым мы там раз 8 у него выиграли, или 7 ли, наверное. Но... Снова кого-то находим. Ваш 65М, не помню, сегодня мы с ним точно играли. Не помню, кто это. А, это Макото. Ну, как сказать, он, да, может быть не то, что дно. Она... Очень много игроков, по-моему, умеет играть за хом. Вот судя по последнему фреймкапу и финал от Гринга против Термина, да? Когда оба контрпикали хомбу, да, и отжимали неплохие очки. Опа! Вот это поворот, пацаны. Вот так вот бывает. Ой! Короче, срабатывает автокарет, когда он вообще не нужен сейчас. Ну, хотя он, конечно, был нужен, но, в общем, я уже не хотел делать это ДП, но оно все равно вышло. Точнее, вышел... Оооо, ошибка вообще. Опа. Ну как же я ошибаюсь-то опять? Дропаю простейший линк. А он ошибается насчет фокуса Chicken Wing'а. Да, хорошо. Вот и 2700, пацаны. А, это очков битв, только 2700. Что значит стата? Что подразумеваешь под статой? У жизни, да, по-разному у всех. Ну, не у всех, там, грубо говоря, три большие группы, наверное, да, есть, которые... То есть совсем мало, ну, даже не три, наверное. Да, бедный Хонда сегодня у нас терпит вообще. Очень много боев. Да, да. Не дают мне просто этого Хонду убить. Присоединяются игроки, сегодня довольно много человек. Ребята, кто смотрит, покупайте все Street Fighter, будем играть вместе. У нас, я так понимаю, народ как-никак постараемся мы популяризировать сейчас. И... А! Да. Бланка Мазда, отличный ник у человека. Так, ну сейчас мы пишем овердрайву и, думаю, готовимся, сейчас будет FT5.
Бланка Мазда, это, по-моему, играет Рю, но ник у меня определенно его нравится. В принципе, он выражает мнение большинства стритфайтеров, которые играют, наверное, ну, по крайней мере, в России. Учитывая, что у нас топ-1 России это Бланка, да? Versus, что-то не туда я захожу. Играем мы сейчас. Постараемся устроить FT5. Вега на Рю, наверное, один, много очень таких персонажей. И Век, и Рю, одни из самых, наверное, любимых у нас в России. Как и Бланка. Вот, зовем мы сюда Гиди Фочин Фокса, зовем мы сюда Овердрайва. Так, Сэму надо писать, что... Отвлекись ПЛЗ на FT5. Да, Сетов и Акуми, я согласен, нужно больше. Потому что все-таки, ну как сказать, боятся играть за этих персонажей, да, потому что, ну, очень мало ХП у них. Ну, как бы 800 ХП по сравнению там с Зонгивом 1100. Когда там, ну, довольно больно, в любом случае. Боятся за них играть, потому что... Как бы очень рисковые мувы, но в принципе они и сами такие персонажи, что у них игра основана на риске. То есть все эти разводки, все эти какие-то фишки и так далее. Ну, Эльфуэр-то я согласен с тобой, Казинака, что нужно тоже больше. Приятный тоже персонаж, который можно посмотреть, да, то есть он довольно интересный. Ну, Гай тоже любимый, но Рюта тоже много, как ни крути, Реван, согласись. Так, Гиди зашел, сейчас Сэму я написал. Так. Давно не было Гиди Фочин Фокса в сети видно, поэтому... Гиди против Хаммера. Ну, сейчас мы написали просто овердрайву. Ну, в общем, овердрайв, давай сейчас последнее сообщение мне напишет овер, сейчас, если он не согласится. Так. Ладно, Сэм. Ладно, зовем Джиби Хэммера, в общем. Сэм что-то думает. Зовем в игру сейчас мы тогда Джиби Хэммера. Это топовый они Европы онлайн. Ну, Гиди знает, кто такой Джиби Хэммер.
Так, ну что, Вега будет играть у нас против... ну да, да, все, сейчас ждем уже Джиби Хэмера. Перерывчик у нас небольшой тут возник. Он просто... Джиби Хэмер просто все, весь российский топ у нас потихонечку убивает. Убил он уже Гринга, Гвида, Батона. Ой, Гринга, Гвида, говорю, Гринга, Овера, Брэндона, Батона. Вот Мастер Зеп остался, Валтиэль остался. Сейчас Гиди Фочин Фокс пойдет. Так, ну что, где у нас? Вот, блин, что такое? Что такое, ребята? А где он? Он в сети, блин, а он в сети. Может, он просто открыл Street Fighter. Не факт, что он зашел. Короче, срочно нужно кого-то искать. Назовем мы это так, что, конечно, Сэм-то отвечает, но пока что не так, как нам бы хотелось. Вот. Джиби Хэмер, Джиби Хэмер. А что, а кого еще предложить? Гиди Фочин Фокс, я просто не знаю. Так, а термин с овером, значит, играют. Так, ну ладно, что, продолжаем тогда мы играть в онлайне, что нам стоит. Так, мы не убили Хонду, пацаны, не смогли пройти. Ну ладно, в этот раз, я думаю, нам поможет. Кстати, DreamHack закончился довольно забавно, да? Поппи нагнул там инфильтрейшена два раза, да? Причем я же говорил как раз на стриме, что возьмет все-таки против Акумы, ну против Кэми, не Акуму, а Рю. Так он в первом матче проиграл, не взял, во втором он все-таки взял Рю и там вынес 3-0, да? А потом Поппи и Рю его наказал. Там это было вот это поворот. Ну ладно. Прикольный, да, ты, пацаны? Компьютер рулит. Слышали, да, что он сейчас сказал? Раз, два, три. Убили. Бобо Хеджхедог. Он, наверное, в детстве играл в Соника. А помните, это Лиса так звали у него. А, Соник за... А, ну или Соника так и звали, точно. Воу. А Лиса как там звали, я не помню уже. Бат Ласт. Это, по-моему, Сагат адовый, да? Который там что-то пытался делать сегодня.
Да, а, это Дадли, блин! А чё я Руя-то взял? Это я как раз этого Дадли не смог выиграть сегодня. Да, тупо. Ладно, ничего, будем Руем нагибать. Разнообразим наш стиль, потому что... Да-да-да, это вот этому чуваку я проиграл сегодня. Обидно, ну ладно. Ну да, почему не Рю? Кто не любит Рю, ребята? Рю же, он такой гняшный. Да, привет, Джонни, подожди, подожди. Олени. Да, перебивает его локоток. Зря, да, зря я взял, конечно. Я думал, это Сагат был тадовый. Ну ладно, сейчас соберемся, да выиграем. Много ли ты, дружок, на люто прыгаешь, а? Да, это он вот этим своим оленем, как бы это полегче назвать, он меня в прошлый раз добил, но сейчас мы ему не дадим это делать. Джамп, 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 ну ты ж не выдержишь, должен прыгнуть. Не, ну я так не играю, должен на меня прыгать, я жирю. А, окей. Нет, должен на меня прыгать, когда я тебя жду, неправильно, да. Вот, например, вот сейчас пока... Я, по-моему, сам какую-то чушь спорол. Да? Чтоб тебя. Ох, спорол я. Это было очень печально, пацаны. Все очень плохо. Да не успей уже, а! Но я был так близок. Прочитал я этот мув, что он сейчас будет прыгать. Отпрыгивал назад. И маленько мне не хватило, да, ну чуть по... Вы, чуть по, наверное, попозже или пораньше я должен был нажать на поху. Сейчас бы я его подхватил и на ульту бы вышел. Да нет, за Рю что-то я совсем разучился играть. Раньше как-то еще нормально было, сейчас... Сейчас совсем все плохо. О, пацаны, я... Вы видели? Реван, ты это видел? Я от ульты ушел фокусом. Это на мувик, пацаны, серьезно. Это на мувик просто. Вот это было круто сейчас, это в натуре такой high skill level был. Бэкдэш назад фейлонгом. Реван, скажи, что ты мной гордишься. Я даже сам не знал, что я так умею. Ну, Реван, где ты? Ну, зато здесь такой эпичный момент. О, Круликс 92! Смайл Фан Сити, во чё. Сейчас может Смайл Фан против Гиди против Фокса устроим. Если Джиби Хэмер не. Это, короче, чувак, который очень любит шотов.
Это будет сейчас Evil Ryu или Акума, да-да-да. Это он. Тебе понравился, как я ушел от ульты, Дадли? Сейчас, может, Smile Fun на Kiddy Fortune Fox все-таки будет. Потому что что-то пока у нас никакого FT5 не намеревает, GB Hammer где-то пропал. Но раз Smile Fun зашел, я думаю, мы будем с этим пользоваться и... Оооо, чувак, выключи лаги. Дизи. Нет? Этот чувак мне писал, короче, гневные сообщения. А я ему ответил, что мой ручной медведь слишком хорош для тебя. Поэтому сегодня вместо... Короче, я ему проигрывал какое-то время вообще. Подожди, я не понял, пацаны, матчап на самом деле сейчас Акума должен давить Букина, а не наоборот. А у нас что-то... А, окей, ждет. Чё? Это что было вообще? Что он делает? Ничего и бросает. Это, короче, пособие, короче, по игре, как мне нужно играть за Акуму. Да ё-моё! Коннект. А это было сейчас пособие от меня, как не нужно играть за Гукина. Да не, ему не солью. Таким ребятам сливать нельзя. Я жду от него какого-нибудь гневного сообщения. Так, а пока мы напишем... Так, не тебе, а пока мы напишем Smile Fun. Так, Smile Fun. Ой, Smile Fun зашел и, собственно, вышел, да? Крулик 92. Хорошо, Крулик 92. Давай берем Микки Лонга. Сейчас он на Вилью возьмет, наверное. Нет, Акума. It's the battle of the century. Fight! Да что ж я... выпрыгивать-то сжал? Он в итоге даже не скомбил эту фигню. Ульту лучше бы вмешал туда ему. Такую чушь сделал. No!
А что ты будешь делать, а? Да, ладно, в следующем. О, что-то совсем он вообще разошелся, чувак. Оу. Обидно, слить ему, конечно. Это, конечно, ужас какой-то. Но в последнем раунде, кстати, как раз что-то я ничего не угадал, и ему, или ему везло. Надо привыкнуть, кстати говоря, интерить эту вот чушь. Когда на тебя прыгают дайв-киком, со спины залетает, нужно просто ее... Сейчас мы будем его мстить. Специально для него. Всем розовый филон, пацаны. Нифига себе, их достал ведь, а. Опа, перебил ведь, а. Да я бросать его начал. Ну что ты будешь делать, а? Это кошмар какой-то. Чувак играет на такой фигне вообще. Ну я, конечно, виноват в том, что я не скомбил ульту, как-то она реально поздно прожалась у меня. Но это вот именно было из-за лага какого-то. Ну, просто его ДП шли, да и все. Отомстили немножко ему. Да, спасибо, давайте. И тебе приятная работа, если такое возможно, конечно. Окей. Что такое? Корит Линк получает ДП туда. И возвращает мне половину проигранных на нем очков. Ну, по крайней мере, ПП. Полтинничек-то, наверное, дадут. Хотя вряд ли. 34. А вот БП-шек, а БП-шек нормально дает. Смайлфан что-то вышел, обидно. О, пацаны, 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 пацаны! Хейт!
Это опять я сказал, что он будет хейтить. Нет, FT5 изначально я хотел, чтобы сыграл Джеби Хэммера, но Джеби Хэммер он не отвечает. Он ответит, как придет. Смайл Фана нет в сети. Что-то какой-то большой список друзей, мне кажется. Да, Смайл Фан заходил и вышел. Может, случайно запустил, такое бывает. И просто Гиди Фочин Фокса, ну разве что вот с Дарт Реваном поставить его. Реван, если ты слышишь. Может, ты с Гиди хочешь поиграть? Принц, в смысле, куда тебя? Чего тебя? Сейчас мы заново начнем, потому что что-то сбросился у нас поиск боя. Так, секунду, ребятки. Да, что-то не туда я зашел. Сейчас. Да этот чувак, я говорю, я на работе, когда сижу, играю, тоже вот. Этот чувак часто они на втором аккаунте попадается и пишут всякую фишку. Видом у него разрывает там. Промежность задняя. Что-то как-то это. Не может держать себя в руках. Такое бывает. Стритфайтер нужно к нему подходить. Поспокойненько. А не, он не русский. Толку-то. Гиди сегодня был, насколько я знаю. О, так нужно до филонга раунд начинать. Вообще, вот так нужно бои до филонга, на самом деле, проводить. Вот. Гиди сегодня сказал, что он стримил там определенное количество часов. Термин зовет в местную тусовку. Ну не знаю. Если он слышит, может подпишет. Вот. Товарищ, уважаемый Америкос, ты видишь, что ты сейчас пытаешься играть с другим континентом, который там на расстоянии, наверное, полземли от тебя. Но нет, давай я сыграю все равно, да. Чё мне стоит, я ж Америкос. Неважно какой коннект, он там оранжевый в игре, а вообще красный будет, и пинг. У меня такой раунд, такой вин был над Розой, а он прервал. Кинг Калент. Вот этот чувак, по-моему, тоже сегодня был. А, нет, не было. Ген, отлично. Не, в принципе, могу постримить наш такой небольшой тюменский мэш. Термин, я, 49-й и адрес Кинг. Если это кому-то, конечно, интересно. Там, ну, отлетать всего скорее от термина буду за постоянку, но... А да, иди. Есть ведь хитбокс снизу, а? Но.
Ну, как бы Кин считается тоже довольно сложным персонажем в освоении, в плане того, что у него две ульты, как бы у него у всех две ульты, да, у него просто две стойки есть еще. То есть получается у него вообще четыре там ульты. Сменил стойку в чарджевую. Сейчас ждем. На самом деле, тут я полез куда-то опять вперед прыгать. Нужно было просто ждать, ловить его на эту там штуке, на впрыжке на какой-нибудь, и просто делать FDC ульту. Ой-ой-ой, не успел убежать, воу. За вытянутую руку схватил, вот. На самом деле, я не понимаю его. Вот, когда люди находятся на расстоянии, не знаю, ну, вытянутые руки, и в это время нажимать на бросок. Слышь, вы все... Вот опять. Ох ты ж, лол! Вот это наглость. Да чтоб тебя со своим реверсалом-то, а. Да, лучше брать нормальный этот самый костюмчик. Не, ну, Ген, что-то я сам ему, конечно, отдался, но что-то как-то он мне не понравился. Да, что-то плохо провел матч. Совсем плохо. Кто уже начал расслабляться, что ли, как-то вроде хорошо поиграли, но надо еще постримить где-нибудь часик хотя бы, но 45 минут хотя бы точно. Пацаны, он говорит. Говорящий рю, пацаны. Он обиделся, наверное.
Чувак, короче, вышел с 0 ПП, 0 БП и такой думаю, дай-ка я сейчас выиграю, короче. Что-то промахнул было, да, возможно. Надеюсь, не снова он. Что-то у нас сегодня на французов прет, да, да, ребята, заметили? Не, ну все когда-то с чего-то начинали, это понятное дело, но... Я помню, короче, точно, что я когда Гокином начал играть, я первые 4 матча сыграл 2-2. И последним четвертым матчем я убил Хонду, короче, 1300 ПП на... Что-то там, на 2700 БП. Я был такой счастливый, когда я это сделал. Четвертый бой в онлайне, и я там... О, хороший Дадли, нормально, сейчас будем играть. Надеюсь, не будет лагать. Будем наказывать все эти оленьи принадлежности, которыми он будет явно разбрасываться. Дизи, воу, так легко получилось. Ай, что-то думал восстану, почему не знаю. Да, Мэш ничего не сюда. 49-й зашел. Ну, в общем, ребята, скажите в чатиках, может, стоит пойти на Endless просто поиграть там. Что-то, походу... Да что ж я спр... Думал вечно, что какой-то удар там будет, а? Как? Минус 8! Я снова не панишу эту хрень. А вот держи, братюнике, вон тут ты будешь меня приземлять. А, у меня чувак сел, короче, он пытается играть за бланку, но он ничего не умеет делать, кроме электричества и бланка Бо. Он сел и выиграл, короче, Тихока 7000 БП, 2000 ПП. Просто, ну, я согласен, что матчап подходящий для этого, но... Ок, смотри, какой антиэйр получился. Да чтоб тебя, а? Лаги начались. Да ш... вообще ничего не могу сделать. Вообще не могу даже бросок порвать. Там мульта вставляется в эту хрень. Да что ты... Олений, давай, полети на меня уже. Я не могу ДП вставить ему туда. Вот серьезно, я пытался всю игру, что залагало-то с ним так? Короче, это жесть. Вообще, выигранная игра, и я ничего не могу сделать. О, какие люди в сети, пацаны, Глебстер. Кошмар, опять ужасный матч, но... Ну вот когда не лагает, все вообще так хорошо получается, да, когда начинает лагать, вообще прям аж... Я ему мешал туда, мешал ДП ему туда, не получалось ни разу. Так, ребят, ну вот пишите в чатиках, что, может, в Эндлис сходим, может,
Вау. Может пойти в Эндлес постримить наших местных пацанов, да на этом заканчивать будем, потому что что-то я уже начинаю сливаться, вроде такая хорошая середина была, да, и начал сливаться всем подряд. Да, уже что-то, уже даже пальцы уже начинают уставать от этого бесконечного. Возьмем что-нибудь поувереннее. Ой, полез. Сейчас я буду ужасно крабить. Слышите, по звукам я взял стик. Вот. От клавиатуры что-то у меня совсем уже пальцы даже просто они уже не двигаются. Чё, и жара на улице стоит. А я не могу открыть балкон. Точнее, могу, но там залетела какая-то большая пчела, и я ее очень сильно боюсь. Ой. Да чтоб тебя. Норвежский чувак, сыграем с ним. Ох, не достал, рекорд. Так, сейчас, пацаны. Да? Хорошо. Да, так ты поднимайся в этот самый. Зачем? Не знаю, посмотри, может так временно что-нибудь идешь. Да? На самом деле сложно играть, короче, одной рукой, когда поднимаешь телефон, а ты одной рукой просто влочишь его. Кому больней? Ох, куда же я полез так рано рекой-то? Воу! Да, я что-то не заметил, на каком именно кадре нашелся. Да, что-то начинаем сливать, мне надо потихоньку завязывать, на самом деле, со стримом. Вот, поэтому сейчас ко мне тут придут
Поэтому я сейчас подсоединяюсь к нашим пацанам в Endless. И с ними поиграю немножко. Тут всем известный термин. Вот, то, что я тут буду пока микрофон выключен, чтобы вы хотя бы что-нибудь наблюдали на экране. Ну, стрим, я думаю, где-то будет длиться еще полчаса. Сегодня хорошо постримили, много очков подняли неожиданно. Много ппшечек у нас было. Ну, это почти что все благодаря, конечно, Акуми, но, в принципе, нормально. Сыграю все равно. Мне понравилось. Вот, еще раз, пока там все нас смотрят, подписывайтесь на наш каналчик на Твиче. Подписывайтесь на Ютубе. Все это дело нужно на Твиче, чтобы просто мы могли... При большом количестве подписчиков просто можно будет выбирать качество стрима. Это, я думаю, тоже всем довольно полезная штука, потому что будем мы стримить сразу тогда в лучшем качестве. Если у кого-то вдруг будут лагать, то, соответственно, ну, то они просто понизят качество, если все будет просто. Вот, что еще? YouTube. Ну, YouTube, в принципе, я думаю, тут всем понятно. Тут тоже много там видосов у меня. И будущим игрокам есть что посмотреть. И я думаю, настоящим-то тоже. Он старался, возможно. Вот, так что не удивляйтесь, я отключу микрофон скоро, в ближайшем времени. Но у вас на экранчике, я думаю, будет вот игра термина с 49-м. Так что ничего страшного, дал попить, что-то у меня совсем более пересохло. Вот. Так, ну что. Ну, напоминаю всем... О, 40, нифига себе, 49-й термин вынес. Отлично. Снова ген. Ну, сейчас хотя бы будет не лагать. Или лагать не будет. Толком удобно. It's the battle of the century! Fight! This kick has been recorded! Where did that come from? Здорово, снова Линк. И реверсал своешь, ладно. Подфризивает, ребята, вроде дропов у меня нету. Это дизель. Ну, аж был какой-то такой мгновенный пролаг, всякое бывает. Опа. О, это 4 реки? Нет, это 3 реки. А что ты будешь делать? А господи, сегодня сражаемся. Так, чай, ребят. Так, ладно. Доигрываю я с ним бой, и это самое. Кого вы проиграл? Не прожал я 3 реки. Да достали меня сегодня, если честно, отвлекать. А, вот он. Ну все, ребята, я оставляю вас.
On the world's most extreme fighting tournament. Who will walk away victorious? South America, inland zone. Fight locale chosen. It's the battle of the century. Fight! Huria! Sha! Fire! Fire! Huria! Huria! Fire! Fighting tournament. Who will walk away victorious?
battle has begun. Fight! Так, ребята, я снова тут. У нас тут просто у товарища на этой неделе мальчишник, поэтому я тут отвлекаюсь. Угу. Так, возможно, сейчас будет FT5. Thank you.
Так. Не-не, у нас чувак организм, ну, как бы, придумал, что делать, в принципе, со всеми я согласился, поэтому. Ну что, ребята, Гиди Вочин Фокс будет играть против пока что непобедимого немца. Нашими русскоговорящими, скажем так, игроками. Вот, и... С ними поделиться. Не-не. Так, ребята, начинается у нас FT5. Сейчас, когда зайдет Гиди Фочин Фокс, мы сделаем стоп-старт. Да так, не особо. У нас особо нету таких мажоров. У нас тут компания не такая большая, поэтому... Ну, я думаю, время проведем. Это, на самом деле, это пару лет назад был просто не друг, а человек-беда. Гиди Фочин Фокс, один из лучших век России. Вот. Сейчас ждем мы его. Где же он? Отошел. Ну вот видите, как у нас несостыковочка со временем. Пишем Хаммеру, чтобы он подождал немножко. Пока я с ним, наверное, сыграю разочек. Хаммер. Что-то лайф начал глючить, по-моему. Почему я его в друзьях не вижу? Вот. Я один это вижу. Он в игре сейчас со мной. Что происходит? В общем, привет передаем большой Games of Windows Live, в частности Microsoft'у. Игрок находится со мной в одной игре, но, как показывает его статус, он отключен. Все, Гиди Фочин Фокс заходит. И сейчас мы сделаем стоп-старт, никуда не уходим, сейчас начнется интересная FT5. А он хоть не повис? Нет, не повис. Итак, стоп-старт.